Любые санкции коснутся граждан. Вы помните недавний кризис с карточками, да, который произошел? Он такой пробный был момент. То есть санкции коснутся, если их будут внедрять, скажем так, на уровне среднего класса, они коснутся каждого человека. Да? То есть пока это касается чиновников высшего звена, то, возможно, нас это не будет там напрямую каким-то образом касаться. Но как только это коснется наших кредитных карт и наших продуктов питания и так далее, конечно, это ситуация не ахти какая хорошая. Да? Вот, скажем, сейчас, насколько я знаю, запретили ввоз продуктов из Украины, в частности, молочных продуктов. Да? Якобы даже нашли там где-то крысиный яд. Насколько вы понимаете, да, то есть я вот эту бактериологическую войну вообще не представляю, кому это в голову приходит, зачем это, кому это нужно. Но тем не менее, да, то есть коснуться это может каждого, потому что это молоко могут купить ваши родители или мои дети, да, и ни в чем не повинные люди будут лежать с отравлением, и дай бог, чтобы не тотальным. Поэтому, что касается экономики, это уже касается и вас, и меня, и дай бог, чтобы ситуация каким-то образом разрешилась, и здравый смысл победил. Но не знаю, у меня как-то, знаете, такие предчувствия не очень радужные.